Привет всем, меня зовут Шейн Уоттс, я из Академии внедорожной езды Dirt Wise. Спасибо, что присоединились к нам в четвертом томе нашего курса внедорожной езды. Здесь мы поговорим обо всех сложных ситуациях, связанных с холмами, оврагами, серпантинами, а также с тропами, которые расположены вдоль холмов. Мы покажем не только то, что вы должны делать, но и расскажем, почему. Для того, чтобы научиться преодолевать все указанные выше препятствия на треке, вы должны в совершенстве владеть всеми навыками, показанными нами в предыдущих томах нашего курса. Ну что ж, если вы готовы, давайте взберемся на парочку холмов. Тренировка на плоской площадке позволяет вам отточить движение и привыкнуть к этим позициям тела, которые вам нужно будет применить во время езды по каналам. Как вы можете видеть, действия те же самые. В случае с лихом, очень крутой, уменьшите скорость на спуске, разгоняйтесь внизу и на подъеме. Также правильно используйте вес вашего тела, все это позволит вам преодолеть подобные овраги. Приблизьтесь к спуску очень медленно, возможно, даже стоит остановиться. Я надеюсь, вы все поняли то, о чем мы говорили во всех наших видео, что для того, чтобы справиться со всеми продвинутыми ситуациями на трассе, вы должны прекрасно понимать и применять четыре фундаментальных правила. А именно, это позиции тела, сцепление и газ, баланс и уверенность. Спасибо, что присоединились к нам в нашем четвертом томе Академии Dirt Wise. Надеюсь, теперь вы знаете, что вы должны делать на трассе и почему. А теперь вам пришло время выбраться в горы и найти какие-нибудь трассы, чтобы применить все показанные навыки. Всегда продолжайте ездить, потому что внедорожная езда — это очень круто.